Так, блин, заколебал. Все. Очень много голубых листьев. Сейчас мы посмотрим, что им нам нужны. Так, снадобья. Вот это, мне кажется, усиление чувств. Голубой лист. Значит, здесь написано, что... Ага, здесь... Плывите быстрее. А здесь... Значит, эта сыворотка стимулирует дыхательную систему, позволяя надолго задержать дыхание и обходиться без кислорода. Ну, видимо, пока эта сыворотка действует, мы можем быть любой количество... Ну, в общем, можем плавать под водой. Так, здесь найти вход. Ну, тут по-любому забираться нужно. Я даже вижу там вот корни, которым можно залезть внутрь. Отлично. Правда, какие-то они плоские, но ничего. Так. Собственно говоря, мы и пришли, похоже, да? Отлично. Там еще что-то есть. Ну ладно. Какая-то дверь здесь. Интересно. Оу. Опять пещера. Это сколько можно тоже? Потому что мы нож ищем, наверное, поэтому. Деньги тут кто-то оставил. И, походу, опять люди васа. Да ёб твою. Смотрите-ка тут. Ёб, смотрите, как хорошо видно. А, ну, не очень хорошо видно, но... Ненавижу это! Сейчас вот тут я еще пропустил сундучок. С 20 долларами. Так, а здесь, по сути, по всему, наверх. Блин. Случайно получилось. Что они тут делают? Не спрыгать. Их баг, что ли, навел? Ищите! Да нет тут никого, ребят. Выходи! Выходи! Не прячься! Так, а может быть другим способом как-то туда попасть? Вот я не знаю, потому что, ну... Не, ну это, по сути, единственный. Я его потерял! Слушайте, а давайте, помогите, знаете, что найти! Сделаем? Сейчас мы сделаем... Прячься! Вот так. Подходим сюда, не стесняемся, ребятки. Что это? Ну... Кто бы ты ни был, лучше покажись! Начать поиски! Боже! В него камнем кинуть. Я хочу, чтобы вдвоих сразу задануть. Ты никуда не уйдешь! Ну давайте, ничего, он боится-то. Ну, в принципе, спрыгнуть можно. Хотя давайте попробуем. Сейчас вот сюда. За ним. Прячься, прячься, сука! Я отыщу! Вот тебе, пожалуйста. Хороший маневр. Динамит здесь какой-то. О, сейчас шанс будет. Сможешь. Этот гад мой! Я его найду! Там еще тяжеловес. Эй, подожди. А обычные стрелы все закончились? Да, походу. О! Прошу прощения. Собачки. Если я чуть не ожидал, что они вылезут, выпрыгнут собаки, поэтому пальнул с этого гранатометика. Ну ничего страшного, все нормально, все обошлось. Некоторых вроде бы у нас достаточно с вами. Так, ну что, погнали дальше. Гранат, что ли? Теперь молот у нас. У нас еще и мины есть, кстати. Да я его не вижу, блин. О! Какой-нибудь блан поставил, да? Нормально. Ух ты, ух ты, ух ты. Куда это ты? Куда? А тут что, в голову что не... Кстати, бронежилет забываю покупать. Он должен нормально так защищать от пули. А я вот забываю.
блин, он не входит в автопокупку. Ну, там не автопокупка, там просто пополнение боезапаса. Так, ну, сундучков. А, вот, смотрите, бронежилет. Вспомнил. Ошибись, и вот сундучок, кстати. Да... Другую клавишу что-то сделали бы. Или просто нажать. Ну ладно, а то меняю оружие случайно. Контрольная точка. Это что-то значит. Это было случайно или это... Ладно, я его даже не заметил. Прямо с прицел, из режима прицеля мне надо выходить на всякий случай. Ох, вы гады. Ну нате вам тогда вот за это. И отдача у него не такая-то и большая. Ты еще заметил? А, вон. Дебил. Коктейля Молотова. И что у него там? Сжигать ему смесь. Грену, что ли, меня кинули? 20 дали. Заметили? А почему это? А, двоих, что ли, снял? Ну, пулей. Так, все, и давай, прицеливайся. Нормально. Сейчас сюда спрыгнуть к ним нужно. Голову опыта больше дают. Это тоже сойдет. Надо прицельчик себе, наверное, купить получше. Хотя мне и так небольшие проблемки с финансами бывают. Просто пополнить боезапас, то уже много денег сдирают. Наверное, потому что надо одним оружием пользоваться. Например, вот этим. Так, ну что, здесь надо трос. По-любому. Какого хрена это было? Ладно. Давайте осматривать их, раз у нас... Большие есть труднее, но у них тут мало. Так, все, идем дальше. А вот сюда. Гляньте-ка. А в задницу рассматривать. Лучше выполним какое-нибудь испытание, чтобы денежками-то обзавестись. Деньгами. Деньжищами. Коктейль Молотова надо попробовать использовать. Новый бронежилет. Точнее, еще один. Да, можно Молотова попробовать. Так, ну что? Они дохлые вроде, нет? Да. А, так, ну что, спрыгиваем, слезаем. Тут, кажись, кислота. Я туда не пойду. Да, он, ребят, решили искупаться, и видите. Что-то у них не сдалось плавание. Блин, это... обычные люди, ну, в смысле, обычные бойцы просто в бронежилете. Незаметно к ним, как вы думаете, можно будет подобраться или нет? Я просто хочу их ножа жахнуть. Обоих. Ну, меня палят, но если сделаем вот так. Так. Кажется, там какой-то шум. Ну что? Стоит попробовать. Не о чем волноваться. Боже мой! Ладно, так, кстати, давайте его заметим. Он даже мне урона, по-моему, не особо не нанес. Все, так, ну, кислота. Кислота какая-то тут, говорят. Вот этот вот гейзер мне не нравится. Так. Ёптвое, кто меня тут спалил? Ах ты гад, ну ладно, придется отстреливать их отсюда. Вау. Ёп твою, вы посмотрите, что творят. Охренеть. Да кто? Да ребят, ну чё это такое-то? Там какой-то гранатометчик, что ли? Ты чё, упал в пещере стрелять? Кислота еще ссанут. Вроде убил его, нет? Что-то я забыл. Да, вроде он там дохлый валяется. Ничего, нормально.
Так, этого в минус забрали. А кто там еще? А, во. Нормально, свидание. Так. Ях, ты куда? Проходи уже. Что такое? Что произошло? Что с твоей рукой стало? Так. Хорошо, берем пулемет тогда. И тогда просто берем. Контрольная точка. О, ну наконец свет. Наверное, небесный свет. Посмотрите, сколько их там. Опять придется снайперскую использовать. Да еб. Все, не буду мазать. Отлично. Они просто иногда голову неожиданно поворачивают. Сейчас было круто. Сделано. Вот пока будем со снайперской тогда ходить. Коли такие длинные дистанции. Мы никогда не сдаемся. Я по повстанцам. Нож теперь мой. Это был суперохранник, который охранял даже вот этот дверь, вход. Что и раньше. А ты компас собираешься? Да, он с собой. Это не компас, а даже ключ своеобразный. Так, ладно. Так, отель Молотова. Там. Все, погнали. Наверх. Мне кажется, ножа здесь опять не будет. Тизам, откройся. Да, я уже открылся. Ух ты, давно. Как просторно. Китайская какая-то... Китайские ворота. Мост накрылся. Должен быть другой путь. Придется вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и туда. Так, ну что же. Здесь прыгать, как вы видите, опасно. Раз здесь спуск есть более... Более безопасный, значит, а, нам сюда. Блин. Пахнет серой. Или это несет от меня? Упс, это я немножечко выпустил газ. Так. А ничего, что я вот сейчас вот сюда прыгну? Да, наверное, ничего. Но лучше поторопиться, потому что мало ли эти пузырьки опасные. Так. Да. Да тут это не проблема, то, что моста нет, это все фигня. Мы легко заберемся. Нормально. Похоже, я первый гость за сотни лет. Что-то ты тихо как-то говоришь. Или про тут так шумно просто. Отлично. Том Райдер. Том. Вараны. Коморские. Ты что, жив? Обалдел, что ли? Ну, его шкурку, наверное, нужно продать. Но они нам не нужны, потому что эти шкуры. Гадость. Кстати, а нам тигр-то для чего нужен? Сейчас мы глянем по-быстрому. Итак, по-моему, для... Так, нет, по-моему, для гранатной сумки. Кровавый комод. Нет. Рюкзак, бессмертный медведь. Может быть, для вот этого? Тоже нет. А для чего же тогда? Золотой тигр. Для мин. Медведь. Тоже нет. Может, для ракет? Да, шкура тигра. Да, ракетки не помешают. А, тут еще... Вы офигели, что тут по хвосту. А парень был совсем чокнутый. Ну и нафига, ладно, комода не будем брать. Давай открывай. Сейчас отсюда мумия полезет, наверное. Голая. Так. Оу. Сколько дерьма-то здесь. Вот ты где. Бегом! Нет, 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 я хочу жить!
жить, мы хотим жить. Отлично, вроде успел. Капец. Блин, да тут на корточках давай. Отлично, мы выбрались. Круто, чё. Ну, здесь круто то, что я всё-таки успеваю нажимать. Я успеваю разглядеть, что необходимо нажимать. Тебя нет. На этот раз нет. Ты нашел нож? Гробницу? Да, нож у меня. Я иду. Встретимся у меня. Вот. В общем, видно, что нам требуется нажимать, какие клавиши, и поэтому легче гораздо. А то в некоторых играх, как это было у меня уже, там я даже не успеваю. Что за название? Я даже не успеваю прочитать, что написано, мне нажимать, какие клавиши, и только прочитаю уже все, хана. Так, навыки. 2 очка навыка. Ну что ж, давайте тогда... А, нет, стоп. Смотрите, у нас что-то новое здесь появилось. Поэтому... Да. Нет, здесь ничего интересного. Ничего нового, в смысле. Так, а вот тут. Вот, автоматически обыскивает врага. Вот, отлично. Бейте другого противника. Это как еще? А что надо нажать? Ну, сейчас нам скажут. Нажмите F, когда другой враг окажется в зоне достигаемости над его головой, появляется подсказка. Нажмите. Круто. И вот это следовательно качаем. Теперь не будем их обыскивать, если быстро убийство совершать будем, то нам не будет требоваться обыск этих людей. Быстрое перемещение делаем. Тут аванпост как бы нужны для быстрого перемещения. Тут в основном задание компании с быстрым перемещением находится рядом. Кстати, тут магазин есть, что ли, что-нибудь? Да, наверное. Давайте пополним боезапас на 400, всего на 400, а в тот раз пополнили аж на 1000. И не забываем также продавать. На 760, конечно, выгода есть. Ну что же, вот это я думаю. Ой, какие они дешевые-то. Ну, ладно, в задницу. Так. Чего? Скоты! Я чуть не пойму, наверх что ли куда-то, Ага, какой гад. Ну ладно. Да пошел ты, не можешь. В четвертой части мы будем лазить по крышам. У нас будет возможность лазить по крышам. Блин, я надеюсь, это рассвет. Потому что, ну, вообще не похоже. Ну, не знаю, в общем. Так, здесь у нас испытание, которое мы выполнили успешно. По-моему, успешно. На машинах, что ли, я не помню. Так, ну что? Перезарядить там ничего не надо, на всякий. Так, а что-то я не пойму. У нас нам побольше стрел бы носить. Ёб твою, мы же это самое не... Точно, вот в чем дело-то. Нам разрывные-то для чего нужны, помните? Нам... Они их самим надо делать, а я и забыл. Вот. Ладно, потом, если понадобится, обязательно сделаем. Пока сорвем зеленый листочек и глянем по созданию предметов. Может, там надо какой-то инъектор создать медицинский. Да, вот. Лекарство, а это что такое? Приток эндорфинов. Стимулирует выделение эндорфинов, восстанавливает здоровье, увеличивает количество ячеек на 4. Эти ячейки нейрогенерируются. Че применить-то не могу? Обалдели, что ли, совсем? Не потому что много, все забито. Так, все. Вот он, тот баг. По-моему. Несите кинжал Баку. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Начало кит. Ладно. Он за дверью. Че ты так доверился-то ему?
Надо было сначала проверить. Нужно отдать должное китаюзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. По-любому тебя сейчас закроют здесь. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. О, Кит. Да, прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Да? Обещаешь? Обещай мне. Ну ладно, ладно, нормально. Да, кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь, правильно, по-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. О, хрена. Сдохни, сукин сын! Мне бы успевать нажать. Ты чего такой неласковый, а? Давай, чикни, чикни. Игрок дисквалифицирован. Быстрая бойня какая-то достал была. Тебя. Джейсон, ты уверен, что он мертв? Все будет хорошо. Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Лампочки у него. Чувак. Предатель оказался. А мне показалось, он просто такой ненормальный друг. Ну хорошо. Минус один враг. Один фраг на счету у нас с вами. Ну нет, не считая, конечно, людей Васа. Блин, какого хрена вы загородили? Ясно. Че? Про Алису, что ли, говорят в «Стране чудес»? Дейзи, Лиза и Оливер здесь. Теперь и ты. Постой. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. О чем мне говорить-то? Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Я не смогу. Я найду Райли. И мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! О, боже! Нет, Райли! Привет! Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойт, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь. Эй. Джейсон, что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь просто тебе. Не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ведь уж прилегли там. Ладно. Я буду здесь. По-любому. Так, покиньте пещеру. Там лунный свет, по-моему. Хорошо, значит там ночь. Ну ладно. Создание снадобья натуралист, чтобы лучше замечать растения вокруг. Еще тут карты есть, я говорю. А, нет, тут смотри, тут день. Круто, значит это был, наверное, рассвет. Это круто. Отнесите кинжал цитре. Так, ну ладно. Где эта цитра-то? А, ну на том же месте. А вот где. Ух ты, ёп, смотрите-ка. Здесь у нас быстрое перемещение. А, да, тут тигр-то где-то поблизости был. Здесь, да. Ну, хорошо, потом сгоняем к тигру. Там заодно, если это аванпост, вот этот быстро перемещение. Хотя вряд. Ну, там по-любому должен быть магазин. Сейчас посмотрим. Надеюсь, это так.
Блин, ну какого хрена? Где-то тут даже магазин нет. 2500 опыта. Да, побольше нам дали. Так, это что за чувак? Ваш друг Кит Рамси, биржевой маклер какой-то в колледже, был членом студенческого братства. Вы знали, что он пару раз жульничал на контрольных, но родители его отмазывали. А, это вопрос. У него постоянная подписка на 20 с лишним порносайтов. Век живи, век учись. Короче, грёбаный анонист. Ладно. Цитра, цитра. Давно мы к ней не ходили. Ну, относительно. Зачем к ней вообще ходить? Так. Врата открылись для нас. Ну что же. Я пришел, где там цитры-то? С возвращением, Джейсон. Я уже начал забывать о тебе. Рад тебя видеть. Нож у тебя? У меня. Ты вернулся к нам с тем, что потеряно. Он проливал кровь наших предков. Теперь он у нас. И мертвые отомщены. Идем. Все вон. Баба во главе, вы что, охренели, что ли? Это не дело. По сути. Чего ты хочешь? Спасти друзей. Ты уверен? Я хочу убить вас и Хойта. Когда-то, давным-давно, здесь было озеро с лотосами и чистой водой. Берега его были из мягкого песка. И воздух наполнял аромат цветов. Но под его поверхностью жил великан, поедавший любого, кто подходил к озеру. Воин из Северного царства прознал о великане и поклялся его убить. Он нанес татау на свое тело, взяв силу с земли мертвых. Затем он собрался и пошел по тропе к озеру с лотосами. Великан восстал из его вод, и воин поднял свой кинжал. И ему он отсек голову великана от тела. Голова великана упала на землю и стала нашим островом. Ясно. А потомки того воина стали раки. Нашим народом. Интересная. Теперь явился новый гигант. История. Докажи, что ты достойный. Помоги нам освободить пленных воинов. И я дам тебе силу, которую ты просишь. Хорошо. Тогда до скорой встречи, воин. Здорово. Так, все. Так. Назад погнали. Но он обещал дать силы. Покиньте храм Цитры. С удовольствием. Ну, какого? Джейсон, мы собираемся напасть на конвой с пленными Васа. Какой план? Засада. Твои помощники ждут тебя в Черштауне. Не говорил. Им не терпится поработать вместе с тобой. Покиньте храм Цитры. Я...